serious, aren't you? Yeah, I'm serious. Grow up, guys. Кто-нибудь еще заметил, что здание горит? Похоже, он полетел к торговому центру. Возможно, они там все и... Этот лифт все еще работает. Вот дерьмо. Это какой-то кошмар. Зомби, апокалипсис и прочая муть. Охренеть. И чего нам теперь делать? Да все нормально. С нами все будет в порядке. Как тебя зовут? Элис. Меня зовут Элис. А как насчет тебя? Все зовут меня просто тренер. Меня зовут Рошель, а тебя? Ник. Больше вам знать не нужно. Все сюда! Вот понятия не имею, как работает эта хрень. Кстати, я знаю, по дороге оружейный магазин. Там можно достать реально крутые пушки. Скажи дорогу до торгового центра. Вот теперь все отлично. Пошли искать торговый центр. Осторожно. Перезаряжаю. Перезаряжаю. Зомби. Ура! Мы правильно идем к центру. Маузер, перезаряжаю. Перезаряжаю. Хватит заигрывать с ведьмой, сейчас она взвесится. Черт, сейчас это убьешь. Эй, мы тут срочно на пожар. Мы тебя не бросим. Для этого-то я и здесь. Что это вы тут делаете в этих костюмчиках? Заряжаюсь! За мной дал. Да, на охотников они похожи. Перезаряжаю! Перезаряжаю. За мусорник.
Перезаряжаю. Вот, держи. Appreciate it, coach. Не больно? Ага, сейчас. Перезаряжаю! О, черт! Надо подлечиться. Вот и я про то же. Отлично. Теперь я... Перезаряжаю. Давайте сюда, скорее. Перезаряжаю. Эй, я перезаряжаюсь! Перезаряжаю! Оружейный магазин прямо по дороге. Затарим и там и идти дальше. Что это за костюмы? Осторожно! Теперь у зомби появятся большие проблемы. Перезаряжаю! Ах ты дробовик! Ну как тут пройти мимо? Может оставить? Did God just tell us to take his guns and come upstairs? Это кажется, вы идете в точку эвакуации в торговом центре. И у вас ни хрена не выйдет. Так как эти кретины и правительство приказали... Здесь боеприпасы! Я взял колу, пора возвращаться! Вот и торговый центр! Ну и здоровые же твари!
No idea, but nothing is friendly. Все, проехали. Мы выжили. Значит, мы друг. Перезаряжаю. Граната, ложись! Вот они. Перезаряжаю. Это выплевальщица. Давайте все сюда, да поживее! Подождите! О, черт! Куда все подевались? Вот нам и колеса! Идем здесь. Скорее вниз по эскалатору. Клёвая штука. Evac that way. Перезаряжаю. Я перезаряжаюсь. Здесь шприц с адреналином. Эта хрень мне пригодится. Хрен с ним, тебе нужнее. Спасибо. Мы можем спуститься здесь. Охотник на Рошель! Осторожно! Осторожно! Кто позрел мне включить сирену, тот чмо. Сюда. Перезаряжаю. Вот таблетки. Вылезайте, Лиди. На меня попало это горящее дерьмо. Воспользуйся этим прямо сейчас. Спасибо. Перезаряжаю.
Кто-то из беженцев, наверное, организовал тут убежище. Осторожно! Спасибо! Кто-нибудь закроет дверь? Перезаряжаю! Брать не буду. Все это выглядит очень печально. Вы только взгляните! Джимми Гибс-младший! А, черт, мы его упустили! Этот апокалипсис начинает меня раздражать. Мы что, поставим тут палатки или все-таки по... Надеюсь, что хоть кто-то смог выбраться отсюда. Кажется, нам придется спасать себя самим. Если у кого есть мысли, излагайте. Мы слушаем. У меня есть идея. Слушайте сюда. Видите плакат? Сфотографируйтесь на фоне машины Джимми Гибса. Она здесь. Мы найдем ее, заправим и свалим отсюда. Сынок, по рукам. Я готов спорить, что в баке ни капли. Надо найти бензин, иначе не уехать. Как только откроются двери, готовьтесь бежать. Давайте заправим этот чертов драндулет! Так, эта аптечка моя. Я ее первый заметил. Охотник! Здесь охотник! Данила! Данила! Охотник, охотник, охотник! Взял канистру! Готов? О, черт, это совсем плохо! Взял канистру. Есть! Слышали? Это громила. Надо перезарядиться! Я перезаряжаю! Готов! Подождите, мне надо подлечиться. Осторожно! У меня есть. Я сейчас этого... У меня есть. Ну давай же, давай.
задолжу. Прикройте меня, я пока полечусь. Эй, я перезаряжаю. Перезаряжаю! Ты себе повредила. Перезаряжаю! Скорее, скорее! Взял канистру! Ну, пожалуйста, пожалуйста! Эй, осторожно! Нужно еще пять! Давайте, давайте, давайте! Я взял канистру! Ну, давайте, давай! Еще три! Ну давайте, давай! Сейчас будет слизь! Давайте, парни, давайте! Куришь! Осторожно! Осталась одна! Куда легче? Готов? Наливаю канистру! Чуть! Все, мы заправились! Всем в машину!